бараках просто сдохнуть не так уж и просто. Даже если на голове у тебя была короста, йоу. И шлюхи. Бля, это реально жестко, на глаз ему вырвало. Ебаная жара. Могу сказать то же самое про твой... Нейль... Пидор. Йоу-йоу-йоу, вороны, с вами Мауса, и мы смотрим первую серию третьего сезона «Атаки Титанов». Помню, что второй сезон закончился тем, что все были предателями и титанами, пидорастами и крысами. Те, кто был вместе в группе с Эреном. И его волосатый отец, огромный титан, который умеет разговаривать. Что-то такое, все, погнали, давайте, йоу. Пам-пам. За стеной нас ждет море. Так сказал Армин. Интригующий начал. Кто бы что ни говорил, но переплюнуть опенинг первого сезона будет очень-очень сложно. Слишком сопливое дерьмо для такого аниме. Хотя соплей тут больше, в принципе, чем Мочилова. Это проблема в основном кровавого аниме, где соплей больше, чем... Чем? Ебаная жара. Я ж воспылал! Я и так кровать за тебя утром перестелил! Вот пристал! Эти его кореша разве не титаны? Что-то они все похожи, не могу различить. Ты что, дрова колола? Я отговаривал, а толку? Еще и пресс качала. Потому Микаса является самой сильной, что все время впахивает. Мы будто снова оказались в училище. Оказались в училище, где еще не знали, что половина из них титаны. Но не! Значит, мы достаточно хороши. Эта телка, как обычно, тырит жратву. Классика. За это ее отец, походу, и прогнал из дома вроде во втором сезоне, что она тырила жратву. Да или что-то такое было, точно помню. О! Пыль проверяет. По-моему, времени было достаточно. Ну все, братцы, вы попали. Эрен, вставай! Они его с мясом вырывают, походу, прямо из тела титана. Боже, ты все-таки горячий! Жесть. Эрен все-таки горячий мальчик. Ганджи, постойте! У него идет кровь! Бля, это реально жестко, на глаз ему вырвало. Как сцена из Ганнибала Лектора. Морда Эрена в данный момент похожа на ученика Коро-сенсея, который себе лицо срезал. У него только голое мясо, что было на лице. Вот, у него почти такие же очертания лица. Ей может открыться даже то, чего мы сами никогда не узнаем. Ну нахер. Грязный священник, который не хотел сливать инфу в то время, когда его хотели со стены выкинуть нахер. Внебрачная дочь аристократа. С весьма незавидной судьбой. Бастард. Я, кажется, скорее от жары сдохну, чем досмотрю эту серию. Хули ты ноешь? Тебе все еще нужен отдых. И шлюхи. Я ведь была очень зла на нее. Точно, это же подруга той бешеной телки Титана. Память говно. Раньше ты будто притворялась через силу. Так неестественно, что даже мерзко. Эрен у нас выступает в роли Наруто, который наставлял людей на путь истины. А теперь ты вполне нормальная. Какие-то они слишком взрослые по сравнению с первым сезоном. Но это понятно, они растут, но все равно. Это как Гарри Поттер, где они приехали пиздюками, а потом уехали взрослыми дядьками. Как я. Походу, тот священник, которого хотели выкинуть, в итоге сдох. Видимо, чтобы не сдал инфу, потому его слили они. Утром. В бараках Троста. В бараках Троста сдохнуть не так уж и просто. Даже если на голове у тебя была короста, йоу. Ганджи Зоэ, командир 4-го отряда. Ханзамай. Высокое звание ничего не стоит, когда ваш корпус так мал. Могу сказать то же самое про твой... Нейль... Пидор. В отличие от вас, бездельников, умелые солдаты всегда при деле. Умелые, а? Сосай. Так он был проповедником культа? Походу, хочет вывести его на чистую воду технично. Я совсем не знала, каким человеком Ник был на самом деле. Рука, как у меня, такого же цвета. Я становлюсь зомби. Столичная полиция пытала Ника, а после убила. Мусора, пидорасы. Говорливые сдаются после первого. Сразу было понятно, что он стойкий ублюдок, потому что он молчал, когда его хотели скинуть с высотного здания. Или со стены. Но свои убеждения он так и не предал до самого конца. Я хотела сказать ему о проповеднике, а он послал меня... Засада, сучки! Эти 10 человек всю столичную полицию разнесли бы за раз, я уверен. Один Леви и Микаса, они бы их
Отвечаю. И скакали они вдоль поля 3 дня и 4 ночи, когда солнце сменялось луной, и никто был не против, впрочем. Лайк за тупой фристайл. Растягивайтесь по улице. Растягивайтесь по улице. Луфи на вас нет. В этот день людям даром раздают еду. Пройдут, а ей не знать. Стыдно было бы. Только полиция нас подвела. Этим заняты его люди. Это король, что ли? Брутальный чел. Криста и Эрен! Их опять похитили! Похитили? Опять. Все время похищают их. А они купятся? Мы же с ним совсем не похожи. А, это развод, походу, был, да? И сейчас одним глазом такой, типа... Какая ты упругая. До дома коменданта Пиксиса рукой подать. Короче, своим расположением на крыше и своими капюшонами они похожи на члена фанбой из Наруто. И занимайте высоты с хорошим обзором. Ковбой подкрался незаметно. Нифа! Чё за чувак со скитальцев сбежал? Нани? Ебать, размажило ей голову. Голуби разлетелись. Фрешблад, Оксимирон рад. Вот уже под конец начинается самое интересное. И серия заканчивается. Даже Леви ужаснулся. Странное дерьмо. Правильно, прошлый век. Какие мечи, пистолеты, самое оно. Кенни! Суки, они убили Кенни. Йоу, короче, посмотрели мы с вами первую серию 3-го сезона Атаки Титанов. Могу сказать... Прикольно. Гораздо лучше, чем это было с токийским гулем первой серии, где я нихера не понял. Канеки Кен, наверное, где-то Сасаки. Вышло весьма интригующе. Под конец началось жесткое мясо. По-любому Леви надерет задницу этому Кенни. И будет все окей. Потому ждем второй серии. Может, она уже вышла, не знаю. И поглядим, что будет. Всем удачи, до связи. Если хотите первыми слышать свежие строчки из новых треков, то подписывайтесь на меня в приложении Квай. Я будто бы гулем и голод тебе утолить было бы не по силам. До короля ворона не было короля, кроме него нахуй Симба. И если что-то можно было сделать самому, никогда не просил вас. Не ценили то, что им дал, нет, тогда сразу гони в ад.